Экологи Усть-Каменогорска давно бьют тревогу. Промышленный город – зона настоящего экологического бедствия. В воздухе областного центра содержатся опасные для здоровья человека вещества – тяжелые металлы, свинец, цинк, мышьяк, бериллий. Да и сами жители признаются, что на улице можно ощущать металлический привкус во рту. А тут еще и во дворах Усть-Каменогорска началась массовая вырубка деревьев. Дышать скоро станет просто нечем. Обычные горожане, молодежь и активисты не раз устраивали различные акции в тщетных потугах обратить внимание власти на губительный воздух. Мы бы хотели призвать молодежь все-таки встать со своих кресел, не выращивать деревья в интернете, не свои фермы не организовывать, а пойти и высадить хотя бы одно свое настоящее дерево, а еще лучше вырастить его. Участники воздушного флешмоба вручали всем прохожим бумажные елочки с приглашением на республиканскую акцию высадки деревьев и пакеты с чистым воздухом, как напоминание, что скоро воздух придется покупать. Мы бы хотели как бы немного предсказать будущее. Если такими темпами будет продолжаться как бы вырубка, то в конце концов мы будем в магазинах вот покупать вот чистый воздух. Я думаю, что нас ждет вот такое будущее. Реакция горожан была позитивной. Самоиронии казахстанцам, в отличие от свежего воздуха, не занимать. Мне эта акция очень понравилась. Это нужное дело вообще. Это как... Посадил дерево, значит, это продолжается жизнь. Но горькая правда, увы, в том, что областной центр на грани экологической катастрофы. Если ранее Усть-Каменогорск был самым зеленым городом республики, и это как-то поддерживало экологический баланс, то теперь вырубки значительно превышают высадки. Такими темпами вырубки мы останемся вообще без чистого воздуха в городе Усть-Каменогорске. Флешмоб – очередная попытка обратить внимание властей и руководителей предприятий на общую глобальную проблему. Но, похоже, чиновникам ядовитый смрад не мешает. И даже в местном акимате упорно не замечают, что город, как в сущности и все правительство Казахстана, задыхается в собственных нечистотах.